Психологи утверждают, что все мы запрограммированы быть инициативными, творческими и яркими личностями. Однако в процессе воспитания часто от этих качеств мало что остается. Предлагаем вашему вниманию наглядную иллюстрацию того, как не нужно поступать с детьми. Вам теперь предстоит нарисовать счастье через те предметы или через те вещи и события, которые делают вас счастливыми. Задание предполагает большой простор для фантазии, и дети с удовольствием приступают к его выполнению. Но тут психолог начинает вмешиваться. Итак, первый прием, способный из лидера сделать тюфяка – медвежья помощь. Дима, давай я тебе помогу немножко. Ладно, у елки же ствол должен быть. Что еще у елки нарисуем? Я уже и так справлюсь. Ты уверен, что справишься? Ну да, могу. Но мне так тебе помочь хочется. Ну давайте за те иголки еще нарисую. Хороший у тебя рисунок получается? Нравится? Прием второй. Сравнение. Никогда не сравнивайте ребенка с другими, если не хотите, чтобы он всю жизнь оглядывался на других. Смотри, какая крутая елка вообще у него, да? Давай прям вообще такую же сделаем. Пойдем попробуем. Ну, смотри, у него она полностью зарисована, у тебя здесь белого цвета много. И смотри, у него там еще красная звезда была. Где твоя звезда? Прием третий. Игнорирование. Тут, кажется, все понятно. Больше не я еще. Приду, посмотрим. Прием четвертый. Давление. Ну, Кар, ты меня слышишь? Почему мы синим-то рисуем? Хочу. Давай возьмем зеленый. Возьмешь зеленый? Хорошо. А здание я хочу, чтобы оно было оранжевым. Так, может, давай еще что-нибудь потом черное добавим туда. Вот, по-моему, теперь у нас вообще крутой рисунок. Тебя как? Будешь дорисовывать? Не будешь дорисовывать? Все, закончили? Прием пятый. Обесценивание. Возможно, самый суровый из всего арсенала. И реакция маленькой забавы это доказала. Точно бывают улыбающие цветочки? А мама говорит, что сказки – это правда. Да? Может, я лучше знаю? Нет. Нет? А кто лучше знает? Нет. Давай мы сделаем обычные цветочки. Забав, ты знаешь, мне все равно как-то наш рисунок с тобой не нравится. Пусть так останется, как я рисовала. Ну, моя свобода. Как хотела, так и будет. Ну, ты же учишься. А когда мы ученики, мы должны же ориентироваться на то, как чтобы было лучше. Давай, закончим на этом. Смотрите наши эксперименты в плейлисте NLP. А чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Спасибо за просмотр!